В этом году планируется строительство 98 жилых домов на 2172 квартиры. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Арнур Нурмагомбетов. В рамках программы «Нурлы жер» на жилищное строительство выделено 7 миллиардов тенге. Планируется строительство 54 арендных жилых дома на 945 квартир, в том числе в Шиеле 4 домов на 72 квартиры, в городе Байконур 5 домов на 250 квартир, в Сырдарьянском районе 33 одноквартирных домов, в Кызыларде 12 домов на 590 квартир. На закуп 342 квартир для уязвимых слоев населения и многодетных в городе и районах из бюджета выделено 2,9 миллиардов тенге. Остальное – кредитное и коммерческое жилье. Всего будет построено 38 домов кредитного жилья, в том числе 13 на 640 квартир в Кызыларде, в микрорайоне СПМК и 25 частных домов в Шиеле. За счет частных средств 6 жилых домов на 220 квартир. В целом по области в текущем году планируется ввести в эксплуатацию свыше 644 тысяч квадратных метров жилья.